Всем привет, это СБ 1713 или просто мы продолжаем реакции. Сейчас будет такая группа, как Bandmate и их новый трек Influencer. Да, делаю как бы реакцию на Bandmate, просто чтобы собрать просмотров. Не, ну как, на самом деле, как бы отчасти, потому что Bandmate — это все-таки та группа, которая, наверное, все-таки больше мне нравится, чем нет, опять же, да, если брать все вот эти девчачьи японские группы, на которые все любят реагировать. Поэтому как бы за ними-то я даже и не против последить, мне реально интересно, что они сделают. Последний, например, релиз, который мы тогда смотрели, мне вполне себе понравился. Плюс, опять же, это не какие-то гребаные лайвы, это клипы с нормальным продакшеном, с нормальными треками. Вот, поэтому это я буду с удовольствием смотреть. Насчет остальных групп таких вот, такого типа, не знаю. Да, я понимаю, что, наверное, кто-то там давно мне писал, что у Ханаби новый трек там выходил, но он у меня все лежит, по-моему, в отложке, которую я должен делать в пачках, поэтому он когда-нибудь будет, если кому это интересно. Вот. А сегодня Bandmate, Influencer, не знаю, в принципе. Судя по фоточкам и превьюшкам, там будет примерно то же самое, что и всегда, но обычно всегда они делают хорошо. Плюс, опять же, наверное, сейчас буду балдеть на басистку. И не знаю, короче, давайте посмотрим, что там. Кстати, предыдущий клип у них такой полуанимешный был, мне вот понравился. Этот вроде должен быть просто клип, но, опять же, я не знаю, я видел только, собственно, фоточки с него. Так что сейчас глянем, короче, на. Ну да, я балдею с басистки, если честно. Хотя тут картинка мне, кстати, очень нравится. Локация вообще, как снято. Да, клип очень красивый. Трек пока неплох. Ударная партия мне особо нравится. В плане, что там бочка прям тут такая идет. Мне кажется, ее можно было чем-то раздавить интересным. О, не, ну это все это. Я теперь может быть трахнул. Очень этот сейчас соляк был похож на один из треков Cold Rain, кстати. Хотя, кстати, насчет Cold Rain, у них уходил, по-моему, последний клип. Тоже там похоже было, только они там на какой-то скале играли. Здесь, конечно, не так высоко, но чем-то напомнило мне вот это все. Если так подумать, кстати, по звуку они на Cold Rain все-таки похожи. Ну или наоборот. Барабанщик погнала. Так.
Так, ну что, вот мы смотрели клип, послушали трек «Инфлюенсер» от группы Bandmate. Мне понравился клип, мне понравилась локация, вот это вот каньон, наверное, какой-то или что это. Прям очень хорошо, плюс это снято было достаточно круто, то есть, опять же, с хороших ракурсов, на хорошие камеры. Вот, то есть, да, можно было сказать, что, конечно, обычно все у них так снято, но нет. То, что мы смотрели какие-то клипы у них, например, не так прикольно это было. А тут прям на картинку очень было красиво смотреть. Плюс, в принципе, сами как бы девушки тоже достаточно прикольные луки. Вот, опять же, в предыдущем клипе это там было не особо заметно, потому что он был такой полуанимешный и такой полу... Не знаю, как это даже сказать. Короче, ну, не особо так акцентировалось внимание, а тут нет. Вот, как бы во всей красе можно все рассмотреть, как бы это прикольно. Так что клипа вообще вопросов нет, тут все супер. По поводу трека, трек, в принципе, на самом деле обычный. Обычный, то есть это типичный джи-рок, как обычно, да? Вот, но вот этот бас-соло, конечно, это мое уважение. То есть я как бы и так, басовая партия мне у нее нравится очень сильно. Так еще и бас-соло. Причем не маленькое на пару секунд, а типа двойное такое. То есть это прям хорошо было. Так что за это огромный плюс. Вот, ну, типа... Вот этим мне этот трек запомнится. Плюс как бы название тут такое запоминающееся. Соло гитарное и вообще, в принципе, звук, вообще сам вайб, я понял, что это чем-то похоже на Coltrane. Ну, не совсем, наверное, опять же. Сейчас будет понятно, о чем я говорю. У Coltrane есть такие вот джи-рокерские треки, и вот они примерно так и звучат, только с мужским вокалом, а тут типа женским. То есть если сюда поставить Masato, это будет Coltrane. Реально. Вот, а особенно соляк. Это был в каком же треке? Короче, какой-то с предыдущего, по-моему, альбома. С предыдущего, не который сейчас выходил, а до этого был альбом у Coltrane. И вот там был заглавный, по-моему, трек, и там вот был тоже соляк, только там соляк был в 1000 раз круче. Тут такой, типа, мне кажется, Bandmate обычный соляк. Вот был. По крайней мере, на гитаре. Мне единственное не понравилось, что там соло гитары, в принципе, во всем трекам, что-то она там на фоне играет. Непонятно, можно было без нее, мне кажется. То есть чисто в каких-нибудь припевах только ее вставлять. И не очень понравилась ударная партия. Это, ну, то есть под конец прикольно навалило, как бы были моменты хорошие, но вот это вот ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, обычная вот эта как, ну, очень тупая бочка, если честно. Как бы, не знаю, мне кажется, можно было ее разбавить чем-то более интересным, но в целом нормально. Типа, на самом деле, как бы ощущение на самом деле хорошее от трека, и особенно от клипа. Так что да, Bandmate молодцы. Собственно, вот так. Наверное, все. Спасибо всем, кто посмотрел реакцию. Очень кто нравится, сами все знаете. Я просто не знаю, что еще о них сказать. Будем посмотреть, что у них еще выйдет. Сравнить, потому что, опять же, с предыдущим треком вот это можно сравнить. Это мне понравилось как трек больше, да и как клип, кстати, тоже, наверное. Вот. Но мне кажется, он бы звучал более интересно и более прикольно, если бы вот, ну, то, что я, собственно, о нем сказал. А так, как бы, окей. Такие дела. В принципе, наверное, все. Так что я пошел и пока.